Югорчане в составе российской молодежной сборной стали серебряными призерами турнира четырех наций. Последний матч хоккеисты провели со Словакией. Встреча завершилась со счетом 4-2. Причем одна шайба в ворота соперника залетела благодаря мамонтам Югры. Голевую передачу сделал Павел Шен, а Александр Еремчук отправил шайбу в ворота. По итогу сыгранных матчей россияне с 6 очками заняли второе место. Всего на турнире югорские хоккеисты забросили 3 шайбы и сделали 2 голевые передачи.